Шишкин, Менделеев, Лимаев, Бехтерев, Цветаева, Марджани, Такташ, Гали, Сайдашев. Вот список полуфиналистов, великих деятелей для аэропорта Бегишева. И все они, безусловно, достойны того, чтобы их именем был назван международный аэропорт. Проект интересный, он носит историческую значимость. Как театр начинается с вешалки, город начинается с аэропорта. То есть нашему Нижнекамску уже есть что рассказать. Отстаивать своих кандидатов в центр «Ковер» пришли неравнодушные нижнекамцы. Инициатор мероприятия – медиахолдинг НТР. Диалог на тему, чье имя присвоить аэропорту, получился интересный и познавательный. Врачи пожелали, чтобы он носил имя психотерапевта Владимира Бехтерева. Искусствоведы уверены, что это должен быть Иван Шишкин. Шишкина Иван Иванович знает весь мир. И действительно, его популярность гениальна. Знает его как во всем мире, так и у нас в стране. Даже вот в любой деревенской даже избушке можно видеть репродукцию его картин, да? Лисан Бекмухаметова родилась и выросла в деревне Бегишево, чье имя сейчас и носит аэропорт. По ее мнению, Николай Лимаев – один из самых достойных кандидатур. Первый директор Нижнекамского химкомбината, государственный деятель, помогал жителям села, шествовал над их детским домом. Он по-отечески относился к детям-сиротам, и он опекал их по всей жизни. Приглашал их учиться в наши нижнекамские профессиональные учебные заведения, техникумы, НХТИ, профессиональные училища. И потом их брали на работу на нижнекамские техники. Во время встречи свое мнение высказал каждый. Спор получился горячий. Каждый выступающий приводил свои доводы. Старейшины города и вовсе предложили все оставить без изменений. Есть пословица и у русских, и у татар. Значит, по-татарски будет «кшит маганзир не кошу», по-русски будет «не сиши, где не сишится ты». Вот, поэтому как Бегишев был, так и надо оставить. Название Бегишева останется. Выбранное имя всего лишь дополнит официальное название. Голосование продолжается. Предстоит выбрать претендентов для выхода в финал. Опрос проходит на сайте «Великие имена России. Республика Татарстан». Торопитесь. Тройка победителей станет известна 7 ноября. У вас еще есть шанс повлиять на результаты. Лилия Горова, Фахри Исламов. Новости НТР.